Подожди. Салфетки у нас есть. Чё? Влажные салфетки? Да. Так. Давайте его перевернем на колеса. Ножка? Поставить? Да, давай. А ну стойте, отпусти. А, я поняла, тут подножка. А, убирай подножку. Какая?
все. Я про подножки не думала. Я вас записал на видео. На видео? Попадете на YouTube. Спасибо. Сейчас, не уезжайте, подождите, я вытру руки. Да, хорошо. Мне и так по телевизору показывают. Да? Да, я в рекламе «Живчик» снималась. Еще не скоро, вот уже вышел клип группы 482. Песня «Добрый ранок, Украина». Можно посмотреть. Я и еще несколько девочек. А сколько тебе лет? 11. Прикольно. Можно еще? Да. Потому что очень грязные руки. Подружки, вам тоже. Да, вы тоже вытирайте. Вы пока вытирайте. Да, у меня тоже видно сейчас. А это твой велосипед? Это да, его, да. Мой вообще самый старый. Не, у вас похожий. Такой у нее складной, а у тебя нет. Да. Давай еще. У меня просто он. У меня тоже старый. Я думала, это новый. Да нет. У тебя тоже есть мусор. У меня тоже не мусор. Как тебя зовут? Дарина. Очень приятно, я Саша, а тебя? Алиса. А сколько тебе лет? 10. Скоро будет 11. Ага. Мне в августе было. Ну, вы почти одинаковые. Ну, все практически. Только нужно выкинуть мусор. Сейчас. А вы куда едете? Мы едем на Рязанов. Я тоже. Просто тут еще сейчас это не будет. Ну ладно, спасибо за салфетки. Я пойду в мусорку. Вам спасибо за чудный да. Ну, эта цепь может слететь еще раз. Ну да, это уже да. Она не первый раз. Она просто слетала сзади, а Алиса сзади умеет. Да. А спереди вот вообще никак у нас. А чтобы спереди, не выкидывай сюда салфетки. Если слетает спереди, ты снимай ее полностью, одевай спереди, а потом сзади, так легче. Все, давайте, пока, девочка.
Thank you.